хуями мы можем мериться долго. Я играл, вы не играли. Так что все, идите нахуй. Там, люблю, блядь, меня зовут Максим, я люблю анальные ласки. Что, перезапишем? Всем привет, всем здрасте! С вами Женечек Зимний Чаечек, Димка Мист, и наш сегодняшний гость. Я не знаю, как тебя представить правильно, Флокси или Ловел? Так и хочешь. Блять. И наш гость Флокси! Герои, Олимпиад, ну и вообще, в принципе, интересный человечек. Я думаю, что вы и так, в принципе, его знаете, слышали. Я думаю, что теперь, кстати, наверное, и как раз-таки вы его видите впервые. Мне прям интересно, напишите, пожалуйста, в комментарии, таким ли вы его представляли или нет, когда смотрели его новостные подкасты. Мне прям интересно это будет посчитать. Привет, привет, Флоксик. Привет, привет, мой милый друг, привет, Максимка. Расскажи нам, наверное, немножко о себе. Вообще, кто ты такой? Как ты начал играть в нашу замечательную и всеми ненавистную Lineage 2? Ну, в принципе, все как по стандарту. Все началось с компьютерного клуба. Вот. Мы ходили, как обычно, играть в CS, но у нас был один единственный кент, который постоянно любил поиграть во что-то особенное и необычное. И он нам решил показать линейку. Ну, естественно, он нам когда показывал, мы на это дело посмотрели, я смотрю и говорю, ну это реально бред, это какая-то хуета. Вот, на что он мне такой говорит, ну ты сам создай, попробуй, давай мы тебя зарегаем, глянем, чё, кого. В итоге мы зарегались, я зашел, он мне показал, как создать перса, я создал темного мага. Ну, собственно, с этого все и началось. Я только на магах, да. Я начал играть с СХ, естественно, ну ничего не понятно, он как бы ничего не объяснял. Mm-hmm. Дома-то комп уже был. Вот. И, естественно, я у него спросил, что это за сервак, что там и так далее, он мне показал, я все это дело скачал. И придя домой, естественно, я скачал игру, ну и пропал на сколько? Я не вылезал с этой игры, наверное, месяца 4. Йоу, то есть мои первые приключения, ну, мои первые самые приключения, они как бы шли как, ну, я вот вышел с вот этих гремлинов, где вот все эти гремлины mm-hmm. были, да, начал бить гремлинов, потом перешел на волков и пошел вот так вот до Глудио пешочком. И, короче, я столкнулся с такой ситуацией, когда меня в конечном счете убил моб, и я не понимаю, что мне делать, у меня написано, типа, в город, думаю, я позвоню кенту, звоню другану, говорю, рассказываю, что такое, говорю, что тут жать, говорю, ну, лететь в город или что, куда меня кинет, я ж ничего не знаю. Он такой, ну, а он у меня приколист, он такой говорит, типа, ну, ты в город-то не жми, говорит. Потому что, ну, ты уже умер, тебе надо создать нового перса. Хорошо! А я как бы в этом плане, ну, ебанько, я такой думаю, бля, ну, если горит, надо делать, да? Я такой, думаю, ухожу в релок, создаю нового перса, создал уже не мага, создал физа. Ну, я хотел, мага хотел создать, но я создал физа и пошел бить, смотрю, открываю там, апнул левел, смотрю, в скиллах у меня нет магии, думаю, еба, что это, типа? Я такой думаю, ну, это уже, типа, печально, и начал, ну, опять ушел в релок, создал опять мага и пошел опять так играть. Вот, ну. То бишь, ты создал трех персов сразу? Да, у меня было три перса. В итоге третий был прям такой, знаешь, победный, на самом деле. Я даже добежал до Глудио, вот. Я столкнулся с преградой, это были горы, вот. Я долго пытался понять, как эту гору обогнуть, а потом на следующий день мы пошли гулять, типа, и он мне начал рассказывать, и, типа, там, я тебе не все рассказал, там есть NPC, и от них можно ТП делать. Кстати, на самом деле, мне кажется, что в линейке очень многие сталкивались действительно с самого старта с проблемой, что они пешком бегали, потому что мне кажется, что все привыкли, что телепортации на тот момент как-то особо даже в RPG-играх, ну, она не особо сильно была распространена. На тот момент, что это, готика, по сути же, была? В готике, по-моему, ТП не было. Ну, смотри, я не знаю. На самом деле, как бы, когда ты заходишь в эту игру, ну, ты же не понимаешь ничего особо. То есть ты залетаешь, интерфейс ты видишь, а тебе ничего не понятно. А когда ты забегаешь в город, там вообще ничего не понятно в самом начале. Ну да, кстати, какое-то базовое обучение, мне кажется, в этой игре появилось только как раз в God of Destruction. Я даже подбегал к NPC и пытался с ними поговорить.
и писал в чат привет. А они молчат, я думаю, что такое? Думаю, я походу один, куда меня закинуло. Макс, а ты помнишь вообще, что за хроники это были? Rise of Darkness, C4, по-моему. Подожди, Rise of Darkness — это C3. Это C3. Это C3, получается. C3. Там даже третьей профессии не было, по-моему. На C3 это C3, C3, кстати, не было. Это не C3, было. Получается. C3 хроники прошел на 40 уровне. Прям все прошел. Я столкнулся с большой проблемой, это как бы вторая профа. Это три марки. О, это да. Вот, и я сделал только две. Потом я сдался и ушел играть в Dota. Не, на самом деле, порог вхождения в мир линейки в те времена бородатые, это очень много требовало. Слушай, ну, мне кажется, что если бы мне друзья не показали, были, я тоже кажется. Не знал бы. Да, только жопа часы, потому что действительно. Тогда аж вот насчет телепортов, Жень, ты был прав. Люди не знали, что такое ТП, и в основном-то действительно ходили в другие города пешочком через всю локацию. Вот. Да и ТП тогда стоило по тем меркам очень дофига в основном. Ну, мне кажется, все тогда проклинали друг друга, когда создавали Хумана. Ты чё, я... да. У меня была такая радость, когда я про соски узнал, что можно соски купить. Ну, и у тебя перс начинает бить, там, знаешь, как-то пободрее. Прикольно. Как у меня cool story была такая, я такой докачал до 16 уровня Хумана, думаю, все, я где-то могу нагибаться, а как выбраться с острова? Да, это проблема, конечно. Плавь. Макс, слушай, а ты помнишь, кстати, что за сервак-то был вообще? Это был lineage2world.com. Сейчас это, по-моему, ныне именуется как RPG Club, как я понимаю. Подожди, L2 World, это... Ну это же как... Они же, да, по-моему, потом запустили как раз C4, интерлюд, PvP-серваки, да? Ну, как сейчас помню, там был сайт, он был белый, и там небольшая вставочка, и все на английском было, и какая-то картинка, там всадник какой-то на коне сидит, что там руку протягивает там вперед. Mm-hmm. Вот. Ну, в принципе, ну, как... Ну, тоже, слушай, да, сервак-старичок такой, можно сказать. Я еще хотел тебя, знаешь, сейчас спросить? Ну, смотри, да, ты начал играть в эту игру, а что дальше? Оф, не оф, фришки, не фришки и так далее. То есть, ну, что тебя именно зацепило в игре самой? Я не так долго, конечно, проиграл там достаточно. Мы играли, по-моему, 2 или 3 месяца, что ли. Потом я уже пошел играть на интерлюд. Я уже не помню, что это был за сервер. Это была какая-то фришка. И достаточно незнаменитая, на самом деле. То есть там онлайн, по-моему, был, ну, до 100 человек. Это был какой-то домашний чей-то сервер. Угу. Вот. И я там пытался уже как бы самостоятельно к чему-то прийти. И там я опять ни к чему не пришел, как на самом деле. Я докачался до 62-го, потом создал еще одного перса. Я перепробовал всех магов, какие только были в тот момент. Понравился поначалу СХ, потом я все-таки пересел на ММА. Просто поиграл 5, тоже полгода. Вот и все. Потом уже как бы, ну, по-серьезному мы начали играть уже с Нимфом. Меня позвал Нимф играть. Знаете, да, может, такого? Ну, конечно, мы знаем такого. Нимф известный вот. В наших кругах. Я ничем достаточно не был. Как бы, ну, нигде не выделялся. Я пробовал создать потом Тираняху. Мы играли на Геймкосте, знаменитом сервере. Я играл на Тиранях, потом... Психанул, перепрыгнул на хила что-то, потому что у нас хил слился, я пытался научиться играть на хиле. Mm-hmm. Меня засрали все в КП, говорят, типа, ну, худший игрок мира. В итоге я сказал, идите в баню, и решил сделать мага, короче. И пал у меня выбор на ММ, короче, и вот я проиграл на ММ. Потом забил и ушел играть в Доту. Вышла Дота 2, вот, которая сначала была по инвайтам. Вот. Мне знакомый дал инвайт, и мы плотно засели. То есть там уже был путь именно обучения по Доте. Что к чему. И я засел, ну вот плотно играли в Доту. Потом были всякие фришки, X50, там эпилоги, грации, финал и прочее. Ну, короче, грубо говоря, ты не особо сильно, в принципе, висел по линейке. Вот, я так понимаю, да? Ну, я сильно много особо, ну, в плане там серьезного чего-то такого киберспортивного, там, как многие играют. Слушай, ну я просто, смотри, я, например, как человек, который находится с тобой в КПшке, могу тебе точно сказать, что ты задротина.
Ну, сейчас да, потому что, ну, мне стало уже более понятно, уже сколько времени прошло. То есть можно сказать, что ты только-только-только раскушал потихоньку линейку сейчас, да? Прохал я линейку еще, наверное, года два назад. Ага. Года два назад. Но это тоже на геймкосте, я так понимаю, да? Не, мы ходили на РОФ, играли, открывался Хатас. Угу. Мы долго сидели на Хатосе. Для меня долго это, наверное, год, потому что все фришарды долго не живут, как мы знаем. Ну, да. Это те же самые ХФ, и эпилоги, и грации, и финал, они как бы живут, ну, сам понимаешь, там 2-3 недели это потолок, потому что потом бигвары рассасываются. И становится скучновато. Там остается вообще минимум людей, остаются там соло-игроки, которые как бы, ну, особо как бы не вникают, что происходит как бы там где-то сверху, и все. Ну это да, это, конечно, плохо. В итоге мы в течение года там проиграли на Хатосе. Потом у нас КП распалось, и все. Начались, просто начали, по-моему, вводить то ли что-то... Появились то ли пушки дракона, то ли еще что-то было. И как бы, ну, играя на РУОФе, сам понимаешь, особенно когда ты там, ну, не шейх, и у тебя друзей шейхов и приближенных таких нет. И нет тех людей, которые, да, более там состоятельнее тебя, там, раза в 3-4, которые могут там тебе как-то чем-то помочь, что-то накинуть и так далее, то есть помочь в развитии. Ну и, соответственно, из-за этого у нас КП распалось, потому что 4 человека начали жаловаться на то, что нам не хватает денег, мы не можем вкидывать столько денег, сколько, чтобы находиться как бы где-то там на середине этой пищевой цепочки, вот, и поэтому мы разбежались. Слушай, на самом деле, я так посмотрел некоторых ребят Софа, того же самого Джонни ТВ, например, да, ну вот, и на офе-то, в принципе, можно без денег существовать. Просто тогда тебе нужно на игру всю жизнь свою поставить. То есть это там, не знаю, там 4 трейна с ДК, которые уже по КД и так далее, там, ну, жесть вообще полная. Ну, ему же фартануло нас достаточно, он же там, ему реально лакернул, он в какой-то момент ему прям реально повезло, он вытащил, по-моему, то ли ножик, по-моему, нож Зарича, что ли, он вытащил, и пошел он там его трейдить, он долго что-то там трейдил, то на маг палку, то ли еще что-то, что-то такое, ну, говорили. И на фоне всего этого он там дальше начал подгущиваться, заряжать себя и налаживать связи там с игроками. Сейчас, глядя на него, конечно, ну, можно за него погордеть, думаю, достаточно многие гордятся. Тот же Верка, например, он за него прям так топит конкретно. Ну, потому что парнишка так-то с фришардов на офисе. С самых низов, с какой-то там, скажем так, у него было становление блогера, да, например. Как бы, ну, это мы тут, ну... по фану, так сказать, да? Вот, а он как бы, ну, он к этому делу как-то посерьезнее отнесся, вот, и пошел как бы дальше. Может быть, конечно, у него там хорошие предложения, вот, может, поэтому он там сидит. Ну, ничего, сейчас, кстати, вот как раз-таки мы сейчас с тобой, кстати, поговорим по поводу блогерства и так далее. У нас же тоже у всех есть замечательный шанс благодаря этому серверу попробовать себя в роли блогеров, пощупать разные сферы и так далее, и так далее. Я же, насколько понимаю, ты еще с GameCost'а начал, да, заниматься немножко контентом, делал какие-то мувики у себя, которые, да, у тебя канал, кстати, канал Макса, естественно, будет у нас ссылочкой в описании, обязательно переходите, регистрируйтесь, хотел сказать, вот, OnlyFans, все дела, интимные фотографии, Максончик, ребят, контент, во. Короче, да, расскажи, как начался твой путь контент-мейкера, наверное? Ну, я не знаю, просто по фану нашел пару программ, там, Sony Vegas. Попробовал, конечно, Adobe After Effects. Открыл, посмотрел, закрыл. И на этом закончил, как бы. Ну, были у меня попытки, конечно, там полазить, поковырялся, там бывало. Ну, в конечном счете быстро сдался, вот, и начал пользоваться Sony Vegas. Ну, конечно, все знают, есть там такой челик. У него есть сайт, и он там выкладывает всякие пресеты, интрух и прочие фигни. Вот почему, как бы, ну, я начал, типа, именно с After Effects, не с After Effects, а с Sony Vegas, именно потому что там были вот эти все интрухи. То есть не надо было запариваться и прочего. Ты просто скачиваешь, разархивируешь, открываешь проект, редактируешь, пишешь, что тебе надо, и просто вставляешь там, нарезаешь моменты из видосов. Вот, но это больше как бы по фану было. То есть, и начинал я вообще с Dota 2. Я пытался там делать всякие мувики, нарезки. Вот, потом я забил, потом опять начал. У меня, кстати, 2 YouTube канала, если что. Первый был немного неудачный, там. Ну, там видосы остались, я ничего не удалял, я просто забыл пароль.
в каком-то... Я просто поменял телефон, а там у меня как бы, ну, была привязка к номеру телефона. Ну, подожди, можно же восстановить. Я не стал заморачиваться. Ну, подожди, но второй канал, получается, по Доте у тебя, да? Там тоже смешано. Там и линейка, и Дота, все как бы куча вообще. Потом я создал, просто не запарываясь, вот этот второй канал, на который я до сих пор как бы сейчас выкладываю видосы. Угу. Все, на геймкосте просто, ну, мы там тоже, у нас там недостаточно такая сильная пати была. У нас там тоже люди фейлились, и я там бегал на последнем вот на аресе, про арес меня, да, спросил? Угу. Там, где сейчас Крит играл, потом ушел. Вот, оставил, бросил нас, и мы играли вместе с Сахоней. 3 месяца. Вы серьезно? Пацаны, вы че, бля? Понимаешь, вот это все. Вот, ну, мы рофлили, сидели, ну, было весело достаточно. Поэтому я ничего против Сахони никогда не имел и не имею. В итоге, ну, нарезки там были вот как раз последних моментов. Там осада Хейна, мы пошли на клан на спаду. Ну, естественно, мы туда пошли, потому что нам не дадут там пизды. Вот, и все, как бы. А потом, ну, сундучки еще были. Это еще когда Акс не ливал. Да, еще это до классика был момент. Они тоже объявили о том, что фу классик. Они вот этот Essence, кстати, тогда открыли, типа анонс дали, что мы откроем скоро Essence, и все начали вот это как... Я надеюсь, этого не произойдет здесь. Не разделят онлайн пополам и не будет... Ну, классик игроки, они на той классик игроки, чтобы идти туда. Слушай, мне кажется, на самом деле, знаешь, что еще? Что если, например, игроки мейна хоть каким-то образом могут перейти на Essence, потому что, ну, давайте так, я играл и в то, и в то, вот, и могу вам сказать, что, по сути, ну, те же яйца, только в профиль. По сути, не совсем. Почти одинаковые игры. Нет, различия некоторые и так далее. Но, ребят, поверьте мне, вы, возможно, играли в очень старые версии Essence, вот, а вы играли в старые версии Essence, насколько я знаю, где только ДК. И сейчас это одно и то же. Вообще просто. Один в один. Жень. Essence постепенно из классик версии, которая, ну, по сути, Essence это впервые как появился, да, это было обновление для классик версии. Вот, выпустили обновление для классик версии, назвали это Essence, и уже постепенно, с каждым патчем, с каждым обновлением, Essence все ближе, ближе и ближе превращается во что? Кто-нибудь заткните этого фаната. Правильно, мейн-версия. О, блядь, Женя, ты это реально, Женя, ты шо, блядь? Угомонись. Essence это просто урезанная версия линейки вообще, как таковой. Вы не играли со старта Essence, да? Я играл со старта Essence, ребят, нет, изначально это... Были и каты, и все, я помню. Смотри, нет, вообще изначально Essence это, можно сказать, проапдейченный немножко в мейн-версию классик был. То есть там все из классика было. Абсолютно нет. Вообще совершенно все из классика было. Ну... Ну, а тем более сейчас, смотри, по поводу Essence по сравнению с мейном. Жень, очень слишком все просто на Essence. Все, до боли. А ебать на мейн-версии так все сложно, ребят. Ну, попробуй, давай, расскажи, что тут легкого. Окей, давайте скучно, так. Кажется, у вас единственное главное отличие, это то, что итемы, которые вы точите, они передаются. И они точатся из-за этого намного лучше, чем они точатся на Essence. Да. Блять, заточи мне, пожалуйста, 9-й талисман скорости, и я на тебя, нахуй, посмотрю, куда улетает просто дичайшее количество адены, которое не фармится в том количестве, как в мейн-версии. Заточи мне брелок дракона. А? Заточи мне брелок дракона. Я 70 хорошо. Поебал. Смотри, есть, давай так, мы берем реалии этого сервера. Да, даже этого, без разницы. Пожалуйста, сервера, пожалуйста, ты точишь... Окей, хорошо, давай так. С Тои ты вытаскиваешь себе что? Адену. Адену. Порядка 60 миллиардов в неделю, правильно? Угу. 60 миллиардов в неделю ты можешь скупать... это с одного персонажа, получается, ты себе делаешь. Ну вот. Ты можешь скупать с рынка себе итемы для заточки. Правильно? В Essence-версии... У тебя таких возможностей нету. Да, конечно. А лутбокс, нет, в котором накидывается куча точек... Ты с рынка не купишь. Тебе надо будет это доставать из лутбоксов, брат. Все. У тебя исключительно с рынка и так далее. Ты ничего не сможешь достать. Тебе исключительно все с лутбоксов только доставать. Смотри, дальше плюс 4, у тебя шанс затащить там 2%, по-моему, или 3%. А дальше с плюс 7... А на Essence ебать там шансы огромные, да?
Поболее будут. Вообще нет ни разу. Мы, ну, короче, давайте поболее. Не будем об Essence, потому что играем мы не в Essence. Там хуже. Вот, хуями мы можем мериться долго. Я играл, вы не играли. Так что все, идите нахуй. Я хочу узнать, кто ты, блядь, такой. Ты хочешь рассказать о себе? Дети, семья... Друзья, и собака, и машина, я не знаю. Собаку, там, блядь, вы слышали? Дорожка. Там, люблю, блядь, меня зовут Максим, я люблю анальные ласки. Я такой явно не люблю, блядь. Задумывался, блядь, задумывался. Я это вначале вставлю, это будет промо. Про блогерство. Короче, Максончик, расскажи мне, пожалуйста, как, ну, вот как ты до жизни-то до этой докатился вообще? Что хрючишь вот эти вот бедные монетки, как несчастные жители фавел? Клепая вот этот вот контентик какой-то сомнительный, непонятненький. И, конечно же, охуенные новости. Расскажи, пожалуйста, как так произошло, что ты, в принципе, на этом сервере начал этим всем заниматься? И я так понимаю, поймал от этого кайф, что даже начал стримить. Вот так, да? Сходу. Да. Засмущал, если честно. Ну, начнем с того, что я как бы не планировал вообще абсолютно. То есть знаем мы одного человечка, который решил, взял и написал мне и говорит такое, ты не хотел бы? Я такой, ну, можно попробовать, но ну, немного обещающий. Вот, в итоге я написал питчи, и она мне вот предложила попробовать себя в роли контент-мейкера, так скажем. Я сделал первый гайд, по-моему, насколько я помню, это был про Спасию. Мы ходили на Спасию. Я решил записать и потом нарезать. Потом я скинул, естественно, питчи, получил наградку, посидел, подумал, думаю, ну, почему бы и нет. И раз в недельку начал вот поначалу клепать по видосику. Потом я увидел в разделе медиа о том, что там есть, ну, выкидают видосики, естественно, свои PvP и так далее, но я такие вещи как бы люблю делать, ну, я поснимал там поначалу первый месяц, потом понарезал все дело это и закинул. Там же тоже хрючево идет, как бы. Как ну да. 50 тысяч монет, как бы, ну, ты меня извини, это 10 баксов. Ну, по сути, как бы, да. Приятно, да. Вот. Это приятно. И вот этого вот всего я как-то вот разогнался в этом плане. Не сказал бы, что прям затянуло, потому что, ну, по сути, времени на вот это все дело, как бы, у меня особо нет. То есть, ну, ты... Надо и задротить, как-то находиться где-то там в топ-50 минимум, да, хотя бы. Сам знаешь наши некоторые... Особенности КП, ты хочешь особенности сказать? Особенности КП, да, поэтому как бы, ну, приходится как бы надрываться в этом плане. И... Согласен. Как-то потерять. КП, я с тобой, Максим, полностью согласен. Есть, конечно, свои огрехи, я в нем сам играю. Но по роликам я бы не сказал, что там у тебя в КП что-то плохое происходит, потому что ты выбираешь какие-то сладкие моменты, я так понимаю. Наверное... Когда все живы. Самые удачные, которые на самом деле пока что как закончились. То есть, ну, если ты заметил, каких-то масс-файтов, ну, я как бы не могу нарезать, но есть моменты, есть записи. Я тебе так скажу, у меня на диске до сих пор валяется 80 гигабайт материала, который я пытаюсь все как бы отсмотреть. Но как бы пока что я смотрю и как бы, ну, потенциала стыдно, в этом стыдно, я не вижу. Очень сюда, стыдно, да? Как бы стыдно, да, выкладывать такие вещи, вот. Ну, я надеюсь... Ну, зато с Олимпом. Надеюсь, что в скором времени, конечно, мы разберемся с нашими недочетами, которые есть, потому что, ну, я бы сказал бы, немножко грустно. Потому что я уже начинаю даже подключать, вот я начал писать друзьям, один уже стартанул, как бы, и пока качается. То есть сейчас он нас догонит где-то хотя бы до 110-го, и я думаю, мы его начнем брать с собой уже подкачивать. 111 ему нужен сейчас. Ну, это да, ну, хотя бы, чтобы в инсты, надо, да. Просто, чтобы хотя бы в инсты ходил и хоть что-то получил. Ну, 111 быстро возьмется, в принципе, я думаю, что я уже буду скоро. Человек играет на овере, и как бы я бы не сказал, что прям на овере очень комфортно себя чувствуешь там соло на каче где-то. Даже с тем фактом о том, что я ему дал как бы буста. Слушай, ну я же сейчас буду перекачиваться. Как бы это, ну, если, кстати, хочешь, можешь его подкачать. Я могу его... Ты куда там пришил? А, это секретики. Это секретики. Надеюсь, не в ножа?
Нет, конечно. Ну, нож у меня тоже есть уже. Вот. В общем, короче, там. Я наконец-то играть в эту игру начал. А, подожди, это ты мне скрин скидывал, что-то там. Ну, ты, кстати, зря. Ты не видел, как он на Олимпит, между прочим, на луке. Я бы сказал, у него есть потенциал. Да, я видел, как он на Олимпит на луке, почему нет? Да, мы. Если меня нету на Олимпит, это не значит, что я не наблюдаю за ним. Просто когда мы летали, вот первая неделя августа была, он достаточно первые 8 боев, у него прям такие мощные были. Я на него смотрю, блядь, гордость берет. Я такой говорю, сквит, блядь, смотри. Он магет, ты, блядь, это не тираняшка, это лучник, блядь, это все. Вот, и как бы, ну, молодцом. Ну да, мы даже с тишиной на боксы поспорили, что он там кому-то въебет, но он выиграл. Адемару! Адемару. Сколько Адемару? Изи 4 бокса. Он поднял 4 бокса, если что, между прочим. С каждого по 2. Макс, расскажи так вообще, как бы, контент, который ты снимаешь на сервере, вот, вся эта идея. Только ради, как говорится, маленьких мувиков, или все-таки есть какой-то грандиозный проект, который мы еще не знаем? Ну, или на новостях только остановишься? Я не стал бы, конечно, что-либо так вот обещать. Я пытаюсь там, конечно, чуть-чуть подрасти в этом плане, но пока что времени мало. Ну, потому что уровень, скажем так, первого видосика с новостями и вот сейчас очень достаточно разнится. Ну, я поменял немного там эффектов и прочего. Понадобавлял. Но это готовые, это не мои. Не, ну какая разница? Факт в том, что подача хорош. Нет, в плане над подачей я сейчас как бы думаю. Вот почему я, кстати, не выпускаю сейчас новостной последний. Я его пропустил как бы. Он у меня как бы в проект у меня созданный, но я его пока доделаю. Не потому что там какая-то, либо у меня столкнулся с какой-либо проблемой, но с тем, что новостей не так много достаточно. Мне как бы в последнее время, если посмотреть, и сам ты заметил, эти новости прям с пальца высасываются прям. Ну да. Тяжелейшим образом. А говорить про какие-то 69... Ни в одном видосе, ни в одном, в двух, там, в трех у него подряд прям были. Ну, это не новость, как бы. Ну, это да, это уже больше. Не, это, скажем так, это такая переходящая такая волнообразная херня. А последний видос его видел? Да, полежал, поиграл. Полежал, поиграл, да, вот это дело. Ну, где там 69? Ну, вы же залетели, мы там дрались. Не-не-не, там дело ж не в 69 вообще было. Там просто мы сидим такие, а что случилось? Да хрен его знает. Прокручиваем это, скроллим ДПС, ну, так, 8 миллионов влетает от арбузера, мы такие, понятно. Ну, это больно, да, достаточно. Ну, это да. 8 лямов. 8 не получал, но вчера я получил 2400, это мой рекорд. Самый большой урон, но это, видать, можно в фулл арбузе. Слушай, ну, я не знаю, кстати, мне от арбузера уже давно перестало прилетать, ну, прям, ну, чтобы прям вообще там какие-то 8-4 миллиарда и так далее урона, то есть, ну, где-то 2 максимум вообще, 400 тысяч. На Аноким Лилит там от стеночки отойти там чуть-чуть ближе к центру. Да-да, ты ощущаешь всю боль и прелесть. Не-не-не, кстати, вот, ну, зря вот так, если посмотреть все последние стримы, Аноким я вообще, в принципе, ненавижу ни Аноким, ни Лилит. Это самая ебаная локация в этой игре, да, которая только есть. Да, закрытое пространство, конечно. Вот, закрытое пространство, да, где на мне арбузер просто стоит, и я встать не могу, потому что на мне стоит арбузик. Нет, там самая большая проблема — это проблема расшива. То бишь ты залетаешь, ты не успеваешь еще даже прогрузиться, я уже вижу, только у меня черный квадрат, и только бафы вижу, у меня уже целика даже нет. Кнопки в город сразу не видишь? Не, пока еще нет, слава богу. Я еще успеваю даже дать пару массов. А я иногда вижу, поэтому грустно. 110-й левел на хиле — это как бы вот. Так ты что, 110-й до сих пор? Дуал, да, у меня же хил дуал. Что он не качает дуал? Ты меня никто не качает, покачай, хочешь? Только я потом тишину берешь и качаешь. Блядь, да, Макс, это давай так, не будем ему предлагать, чтобы он нас покачал, потому что, да, он может нас покачать, но, блядь, потом мы с тобой говна выслушаем, блядь, опять. Мы ебаные Тимуна. Максик, слушай, ну, в принципе, как раз-таки, раз мы начали немножко говорить о сервере, давай поговорим, в принципе, об этом сервере, как ты сюда попал, какие у тебя были, в принципе, планы на сервер, почему ты выбрал именно Трибунал, клан, все ли у тебя, в принципе, ну, сошлось, все ли у тебя получилось на сервере из того, что ты планировал? Смотри, значит, мы играли с Хэппиком, которого ты знаешь. Мы играли на фришке, я не буду ее рекламировать. Мы там играли, там был онлайн, человек, наверное, 20. Мы проиграли на нем 2 недели.
кстати говоря. Я не знаю, просто зашел кнопки понажимать. Мне было интересно побегать там, пощупать и так далее. Там, кстати, хроники поновее, чем здесь. В итоге, говоря, там один из челов, которого мы били, зарекламил как раз вот Arcane World. И, соответственно, мы туда и пошли сюда. Вот. Ага. Я залетел в Discord и увидел достаточно много знакомых лиц. Я обратил внимание на то, что там есть Сахоня, Сприт, Акс. И я такой думаю, Arcane World? Думаю, ага. Написал в чат, всем приветик. И мне сразу прилетели сообщения от Скрита, Сахони и Акс. Моментально. Вот. Ты смотри, какой на расхват прям. Рубаха парень. Ну, на последнем геймкосте там, ну, так сказать, меня видели. Был не последний мах, конечно, но страдал я много, достаточно. Как, в принципе, и здесь. Я бы не сказал, что этот персонаж прям мега какой-то звездный там и так далее. Ну, проблем очень много. Магом особо как бы не развернешься, не поиграешь, если честно. Ну, а как же, если играть в стратегию полной банки? В полной банке. Ну, правда, убивать никого не будешь. Никого не бьешь, да. Я пробовал 2 КМа, когда апнул пушку. Мы прилетели и как бы все видели о том, что я не резина. То есть на Олимпиаде это одно, а на поле это другое. Поэтому я уже в последние 2 дня, когда пробовал прилететь магом, какой-то энчантрес, там 2 миллиона в дефбилде, бля, улетел, нахуй. Там, блядь. Эзотерика, блядь. Пуф, блядь, на, улетел. Арбузер, бля, это все. Просто на него смотришь и плачешь. Думаешь, что с ним делать, я не знаю. Как бы, и все. Mm-hmm. А пока ты, как бы, если где-то в стороне, это еще окей. Но если ты влетаешь и в тебя летит Шилен Сахони, Шилен Санелла, блядь. Риордиан там где-то пернет, там лучник, правильно? Стоит рубит. А звучит это так: член Сахони. Понимаешь, член, вот так вот. Хуякс! И ты стоишь, и вот за один член у тебя там, ну, у меня сколько там? 194 тысячи маны. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп. И ты стоишь такой, ну что, в Глудио переедемся? Вот, и после таких пары-тройки залетов, как бы ты такой понимаешь, думаешь, что в плане того, даже 110-й хил дуал, он поживучий мага, маз за месяц. Вот, и все. На этом как бы все. Почему я выбрал трибунал? Ну, наверное, потому что скрит более веселый. Как бы. Позитивный. Меньше негативный. Mm-hmm. И как бы все. Каксу я не пошел, потому что, ну, я не хочу рассказывать про эти дела. Вот. А что там рассказывать? Ну, мы с ним особо не ругались, просто, ну, мне не нравится его политика, мне не нравятся его некоторые действия. И вот это вот его знаменитая агитация всем продавать вот на ФП, бы, да? Просто, ну, не, это все фигня. То есть, ну, вот он агитировал на сервак. Где он сейчас? И, соответственно, как бы, ну, ты сам понимаешь, как бы, мой выбор. Я, конечно, мог поиграть с Сахоней, но перед началом сервера там небольшой закус был, как бы. А закус был, потому что я, как бы, у него в КП на хиле должен был играть. Ну, это я в курсе. Мы сидели на ЗБТ, все протестили. Я спросил, ну что, парни, все? Он такой, ну, пока все. Я говорю, ну, я тогда АФК замутился и прыгнул в трибунал в ТС. Я посидел, мы пообщались с пацанами. Потом мы пошли поиграть с Кристой в дотку. Пока мы играли в доту, там где-то сверху сидел Сахоня, такой... А мышь, блядь, и мне пишут, ах ты крыса ебучая, ты, блядь, меня решил кинуть самым стартом, понимаешь? А я такой сижу и думаю, бля, я чё, твой, бля, кто, я твой парень или я твоя девушка, блядь, ты меня так отчитываешь, блядь, типа, ах ты шлюха ебучая, понял? Типа, съебался с другими, сидишь, блядь, мне изменяешь, вот. Ну и как бы на этом вот я решил, как бы то, что, ну, если он мне перед стартом так заявил, думаю, ну, что он мне будет на старте заявлять? Ну, что там будет во время игры? Не очень просто, сильно комфортно. Ну, да, нормально там все было. В плане просто того, что, понимаешь, то есть мне такой выговор был, как бы, знаешь, я так много о себе услышал, что как бы, ну, не захотелось играть, потому что какое-то, знаешь, это недоверие какое-то, мы еще не стартанули, как бы ничего, мы вроде не ругались, нормально общались. Заходили на ЗБТ, там сидели, что-то тестили, что-то общались и так далее, как, ну, как все нормальные люди. А потом какое-то вот это недоверие из-за того, что я там пошел, посидел в трибуналах, я не знаю. И из-за этого я как бы стартанулся с критом. Мне подогнали пак знакомых людей. Самый лучший пак, да. Заходил вчера, как в той песне, да? Вот. Все ли у тебя получилось? Ну, я бы сказал...
как бы да. Можно, конечно, достичь и получше. Мы, конечно, знаем с тобой, как я уже говорил, недочеты. Mm-hmm. Я надеюсь, что мы их как бы исправим, и все у нас будет за БС. Ну там, я еще просто не в том персонаже со старта залетел. Там, такие. Там у всех есть небольшие, конечно, да, нюансы. Да. Кто-то когда-то где-то часто просирается, кто-то куда-то убегает, где-то что-то. Ну, это все моменты, я думаю, мы. Ну, я думаю, что мы их исправим. Тем более, сейчас игра более спокойная становится. Да, да. Ну, получается, пока получается. Ну, Жень, твой план. Ты все-таки, я так понимаю, ты все-таки решил осуществить план темного эльфа на светлой профессии, да? Нет, гном. Нет. Там будет гном, да. Там будет гном с луком. Макс, расскажи мне, пожалуйста, что ты предпочтешь? Играть на луке или на тире? На маге, блядь. На маге. Хорошо. Во что ты веришь больше, в удачу или в рандом? Наверное, в удачу. Почему? Ну, потому что если повезет, то повезет. А рандом, ну... Так это же то же самое. Не путай рандом. Ну, смотря какой рандом. Если корейский, то, конечно, нет. Удача лучше все равно. Корейский рандом никогда не выводил на плюс какой-то. Хорошо. Что ты любишь больше, конфетки или мороженка? Мороженое. А почему? С детства закос? Да фиг его знает. Жарко в Краснодаре, поэтому больше по мороженому приходится врываться. Ладно, хорошо. Вопрос под ёбом. Хромовик или хромовник? Ну вообще хромовник. Но что-то я решил записать как хромовик. Твое, скажем так, видение твоего будущего. Где-нибудь лет в 40. Продолжать играть в линейку или будешь где-нибудь уже чилить? Ну, не знаю. Я буду и чилить, и играть в линейку, думаю. Кстати, правильный расклад. А что, одно другому не мешает, мне кажется, нет? Cool story получается такой, да? Это игра длиной в жизнь. Ну, ты же можешь чилить в игре, правильно? Ну, правда. Ты можешь и чилить, и играть. Слушай, от меня вопрос. От меня такой вопрос будет тебе. Подскажи, пожалуйста, планируешь ли ты после этого сервера заниматься развитием своего канала и вообще в целом контента? Ну, время от времени, думаю, да. Все будет зависеть, наверное, от рода игр, которые будем играть. Угу. Если сервачок будет какой-нибудь еще нормальный, да? Если вдруг этот уже себя исчерпает. Но на классик мы не пойдем, я точно не пойду. Поэтому, ну, в любом случае, я не знаю, лучше, наверное... Я, конечно, на уровень Джонни ТВ не мечу, но, может, попробую. Ну, я не думаю, что прям что-то смогу конкретно выстрелить, но попробовать никогда не мешает. Слушай, ну, я могу тебе в этом пожелать только удачи и успехов. Тебе усидчивости, усердия в развитии контента. Я думаю, что... Ну, я вижу, что, ну, у тебя должно получиться, если ты прям этим займешься, прям плотничком. Ну, будем пытаться. Быть лучше, делать мир добрее, освещать задротов, контент показывать. Ну и последний вопрос. В чем сила, брат? Нифига себе. Ну, не знаю даже. Подумай. В монетках? То есть в деньгах ты хочешь вот сказать, да? Вот ты меркантильный, а? Вот он, американец. Сила-то в правде. Ну, в шейхах. Сила в шейхах. Сила в бусте тишине. Я бы вот так бы, наверное, сказал. Сила в бусте тишине. Если ты к этому подводил, как бы, ну, я думаю, кстати, реверс будет рад, либо это на самом деле. Ну, да, да. По-любому это хотел бы услышать. Ой, слушай, ну, давай, Стас, подожди, сейчас. Вопросы от реверса. Я обещал, как бы, да, то, что у нас будут вопросы от подписчиков. Вопросы от реверса, да. Расскажи, пожалуйста, каково быть ЧСВшным магом сервера? Да я такой. Я не знаю, но по версии реверса просто. Наверное, круто, очень круто. Потом вопрос такой, каково быть топ-магом сервера, на котором нет магов? Ну, прекрасно, ты такой, знаешь, единственный, как занесенный в красную книгу. Чего, как бы и все. Все пушки дракона твои. Все пушки дракона мои, да, любая моя. Просто обмазаться. Да,
мужики, я так с вами, блядь, где-нибудь въебусь сейчас по дороге. Ну, ты едь внимательнее. Бля, ну, если, ну если, и на кстати, этом, пожалуй, все. И сейчас такой... Спасибо большое, что смотрели нас сегодня. Да, ребята, спасибо большое всем, что зашли к нам на вечерочек, посмотреть, посмеяться вместе с нами. Будем рады видеть следующих участников. Кстати, да, следующие улоги. Блядь, мне кажется, концовку мы засрали к хуям собачьим. Да, и... нормально, все отлично.